Всем здравствуйте. Сегодня утром решил поехать за дровами, съездить до делянки. Взял с собой ружье, потому что вчера ездил до делянки, видел глухаря, подходил к нему метров на 40, просто пешком, вообще никаких эмоций не проявил. Потом, когда уже начал свистеть, там орать на него, он тогда только полетел. Так что небольшую проверочку сделаем сегодня. Вчера дорогу протоптал, немного дров привез. Сегодня, думаю, чуть побольше привезу. Там вообще из-за вот этих, то что кольи, вся эта фигня. Ну, сейчас посмотрим, короче. Поедем. Так, мотор чуть прогрелся. Поехали. Сегодня это как закон подлости, сегодня ни души. Крутое пике. Надо вывернуться наизнанку, чтобы проехать до дров.
Приехал я за дров. Сейчас буду загружать. Сейчас погружу и посмотрим. Сегодня чуть побольше положу. Вчера-то совсем чуть-чуть положил. Сейчас дорогу сделал. В общем, попробую, как себя покажет этот крокодил. О, сегодня снег вообще сырой. О, так липнет, как этот, как банный лист. Ладно, гружу. Вот. Погрузил я сюда. Получается 4 чурака. Ну таких нормальных. Потом здесь 2 тоже не тонких. Ну и полные санки. Веревку-то не взял. Можно было чуть больше. Ну ладно, сейчас попробуем. Снег очень рыхлый. Снега-то как бы и нет толку. Вот. Сразу мох. Все. Ладно, попробуем стронуться. Что он нам покажет, этот крокодил? Заводим. Сейчас проверим, что он нам покажет. Уже газ залип. Что за фигня? Тут же сразу прихватывает, потому что вода как бы минус все равно. Погода-то минусовая. Ладно, попробуем. Ну, потащил. Запросто. Можно было и побольше положить. Ладно, хрен с ним, дорога-то еще не очень. Не очень-то, это еще мягко сказано. Дороги как бы нет пока. Следов никаких нет. Свежего снега сегодня выпало 3 сантиметра. Больше пока ничего нет. Зайчики тоже куда-то пропали. Нормально тащит. Проблем. Даже не пробуксовывая. Сколько тут мох? Куба-то, наверное, поменьше будет, но все равно. Для такого крокодила как бы это нормально. 2 раза съездил, 1,5 куба есть. Я в день 1 раз съезжу и хватит. Сильно не заморачиваюсь. Спокойно идет полгаза. Какой полгаза? Самый минимум. Нормально, гнать-то некуда. Тем более вот такие колья. В колью, если упадешь, все. Вылезать хреново.
Доехал я до дома. Такие вот пирожки. Мотособака. Барс следопыт. 13 лошадок. Honda двигатель. Нормально. Дрова возить можно. Воду, дрова. И куда-то недалеко на охоту съездить. Вот такие вот пироги. Вариатор. А мне кажется, вариатор всех лучше, чем это автоматическое сцепление. Так что вот такие дела. Ладно. Всем пока.